Приветствую вас. Я думаю, что этот сон означает совершенно очевидную вещь для вас. Связано это, я думаю, в первую очередь с тем, что между вами и вашим мужем есть определенного рода проблемы. Вот. То есть это может быть какая-то неудовлетворенность друг другом. Это может быть раздражение, взаимное раздражение друг другом. Это может быть какая-то неудовлетворенность, опять же, друг другом. Вот. То есть вариантов тут достаточно много, может быть. Вот. Но правда остается правдой, да, то, что вам вот чего-то не хватает. Чего. И, соответственно, необходимо обратить внимание на ваши отношения с мужем, проанализировать их. Возможно, вам вдвоем имеет смысл обратиться к психологу, вот, за помощью, то есть, ну, с тем, чтобы мы вам, например, помогли, с тем, чтобы мы вам помогли разобраться с тем, что происходит сейчас вот в вашей семейной жизни, вот, чтобы все-таки, ну, не довести, да, до того, чтобы в реальной жизни произошли какие-то элементы. А вообще можно говорить о том, что вас с вашим мужем отсутствует доверие. То есть как, в какой-то момент вы перестали доверять друг другу. Вот. И, соответственно, именно это, вот именно отсутствие доверия сильнее всего подкашивает вас. Ну, на мой взгляд, так. Вот. Так что здесь нужно вот смотреть именно, анализировать, что с вами, если у вас в отношениях. Мне кажется так, потому что это случайность, да, то есть, ну, случайность, сновидения, такие вот,
такой сон приснится вам обоим, это не совпадение. Вот. Вам чего-то не хватает, а он вас, скорее всего, подогревает в чем-то. То есть вам не хватает, допустим, любви и ласки со стороны того же мужа, а он ожидает что вы ему измените. Вот мне кажется так. Больше, наверное, сказать нечего, потому что слишком мало информации, но я думаю, что лучшим, вот, наилучшим вариантом для вас с мужем будет сейчас поговорить, обсудить, все ли устраивает вас обоих, вот. И, соответственно, если нет, если не устраивает, чтобы уже предпринимать какие-то шаги. Потому что дальше вполне вероятно будет хуже. В том смысле, что неудовлетворенность ваша, она будет копиться, подозрение у вашего мужа по отношению к вам будут нарастать, вот, и в итоге все это может вылиться вот в негативную такую сторону, поэтому не нужно, ну, оставлять все как вот, как есть. На мой взгляд, по крайней мере. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.